Отдых на курорте должен быть прежде всего безопасным. Территория повышенных рисков – пляжи. В каждой здравнице должен быть ответственный за пляжную территорию, назначенный соответствующим приказом. Приказ должен быть, спасатели должны быть во время работы пляжа, медработник должен быть, укомплектованность медикаментами должна быть, лодка и все остальное оборудование должно также быть. Очень серьезно относитесь к этому вопросу. Обязательно наличие паспорта антитеррористической защищенности. Повышено внимание к кадрам. Справки об отсутствии судимости у персонала. У каждой здравницы должен быть резервный источник энергоснабжения. Все эти требования жестко отслеживаются сотрудниками управления санаторно-курортного комплекса в рамках рейдовых мероприятий. Наиболее актуальный вопрос – классификация средств размещения. С 1 июля 2016 года на территории всего Краснодарского края, не только у нас в Анапе, там есть отдельно взятых наших регионов, гостиничные услуги и услуги по предоставлению временного размещения вы не сможете оказывать без свидетельства о присвоении категории. На сегодняшний день всего 121 средство размещения имеет присвоенную категорию. Требования касаются всех учреждений санаторно-курортного комплекса, за исключением детских здравниц, в том числе и небольших номеров в частном секторе. Наша организация, естественно, в лице руководства, также подготавливает документы для перехода на классификацию. Документы все необходимые нами уже поданы, они сейчас находятся на стадии рассмотрения, то есть вопрос остался за малым, за получением классификации. Тем самым, получив звезды, мы имеем возможность повысить престиж нашей здравницы на фоне других курортных учреждений, оказывающих услуги населению, тем самым привлекая население, поскольку население у нас заинтересовано сейчас, им не устраивает простой сервис, им нужно все на уровне, соответствовало, чтобы европейским стандартам, поэтому мы к этому стремимся. Специалистами управления санаторно-курортного комплекса будет проводиться ежедневный обзвон и мониторинг здравниц и санаториев с целью проверки, как идет подготовка документов на присвоение классификации. Это повысит их уровень, качество обслуживания, привлечет большее количество отдыхающих. На сегодняшний день в любом случае те, кто выбирают свой отдых, где его провести отпуск, смотрят на сайте непосредственно звездность этого санатория или гостиницы, куда они будут отдыхать. Это зависит качество, как я уже сказала, уровень и все прочее. Поэтому это вопрос очень актуальный. Времени осталось не так много. Уже через год средства размещения при отсутствии свидетельства о классификации ждут штрафы и санкции вплоть до закрытия.